жыццё чалавека. Ніхто на гэтай зямлі не можа сказаць, чаму яно складаецца так ці іначай. У аднаго жыццё працякае нібы ціхая рачулка, у другога яно падобнае на бурлівае мора. Яго жыццё, здаецца, увабрала ў сябе ўсё: зямлю і нябёсы, святло і цемру, адчай і надзею, веру і любоў, слёзы і прамяністую смешку Моцарта і чароўныя родныя песні. Іосіф Фаміч Сушко. Сёння гэта без перабольшвання чалавек-легенда, сімвал маладзечанскай і наогул нацыянальнай культуры. Аб такіх, як Іосіф Сушко, у пачатку станаўлення айчыннага мастацтва пісаў патрыярх беларускай песні Рыгор Шырма. Усіх гэтых маладых з прамяністай сонечнай душой кліча песня разам з сабою, каб будзіць тых апошніх зачараванага краю, што яшчэ спяць і не чуюць роднай песні. Сёння Іосіфу Фомічу Сушко спаўняецца 80 год, але ён усё такі ж малады з прамяністай сонечнай душой. І толькі тыя, хто ведае, які жыццёвы шлях за плячыма Іосіфа Фаміча, не стамляюцца здзіўляцца, як здолеў ён зберагчы гэтае непаўторнае святло душы сваёй. Вёска Пруднікі Пастаўскага раёна. 30-е гады. 10 ратоў у сям'і. Не кожны раз удавалася пад'есці ў волю. Але ж самыя яскравыя ўспаміны пра той першы гармонік, які стаў для маленькага Ёсіпкі пачаткам усяго. Начыналася ў мяне з вот в 4 года. Я з отцом пашоў, гэта па-беларуску называецца такой амбар свіран. І увідзеў там на полачке гармошку. Она была побитая. Ну, я, чтоб снял, отец, он снял. Принесли мы эту гармошку домой, заклеили там. И около кровати стояла. Я как только просыпаюсь с этой гармошкой. Ну, потом начал уже взрослеть, начал все. Ну, мой отец играл на гармошке. Он мне показывал. Учил, настаивал, вот не так, мама заступалась, а с чего ты там к ребенку цепишься? Ну, потом начали соседи, что узнавать, что, а, играет малый, ну, это интересно. Вы знаете, возил он меня везде по базарам, вот, по фестам, это при Польше было. Ну и тогда, теперь, конечно, теперь уже в наше время школы так и маленькие играют хорошо. А тогда это, знаете, было как будто чудо. Батька завсёды браў Ёсіпку с собой, калі хтосьці з дарослых музыкантаў з'яўляўся ў суседняй вёсцы. Хай вучыцца малы, пераймае. К 10 гадам ён быў ужо вядомым у наваколлі музыкам. І калі ў лістападзе 39-го адзначалі першае савецкае свята з нагоды аб'яднання Беларусі, менавіта ён, школьнік, перад наехаўшым з цэнтра начальствам, адкрываў урачыстасці інтэрнацыяналам. Июнь 41-го. Ворогі уварваліся ў Пруднікі праз некалькі дзён. Хтосьці пайшоў у лес. Сям'я Сушко засталася ў вёсцы. 10 ратоў трэба было карміць. Хата згарэла, замест яе зямлянка. Бывала, хлеб папалам з травой елі, але жылі. Ну, да, во время войны. Когда началась война, ну, я 5 классов окончил. Советской уже школы, там, в польской 4 класса. Учения не было. Немцы позанимали все школы, все. Мы сидели дома. Дети гоняли мяч. Потом узнали, отец узнал, что в Поставах открылась учительская семинария. Это в 42-м году. Он повез туда меня.
Ну, там по знакомству, там что-то вот маленькое, ну, не хватает же, это ж надо же после 7 классов семинар. Ну, вот знаете как, мясо завез. Там педагогам приняли меня. Каб ведали батьки, отправляючи сына, на якія пакуты яго аддаюць. У семінары Іосіф адразу стал галоўным музыкантам у хоры. Немцы колькі разоў закрывалі ўстанову. Занадта многа тут ім здавалася беларушчыны і вальнадумства. А настаўніка Ясюковіча за сувязь з партызанамі расстралялі. Вот 43-44 год я уже закончил первый курс. Ну, когда наши освободили, все ушли ребята на фронт, потому что были старше меня. А я остался. Там мы еще человек, учеников несколько остался. И учился, и руководил самодеятельностью. За ім прыйшлі ў снежні 44-го. Хто тут Сушко? Я. Двое ў цывільным недаверліва аглядзелі хударлявага хлопца і, уздыхнувшы, павялі за сабой. Вадзім прекрасны, дзе нас 12 ўчынікоў, кадры былі так арыстовалі. Вот. Ну і в тюрме, так, велейкі там, цэлы год не судзілі. Цэлы год шылі справу малалетку. Усё, што маглі, звалілі ў кучу. Пры немцах вучыўся, в СБМ состаяў, ды яшчэ хадзіў у царкву, ды песні спяваў забароненага Багдановіча. Камера на 250 чалавек. Гоман, бойкі, пагрозы. І сярод гэтага пекла чысты, тоненькі галасок Іосіфа. Не кувай ты, шэрая зязюленька, сумным гукам у бары. І заступніцтва пахана перад зэкамі. Не чапайце гэтага фраера, хай жыве і спявае. Не ўсім злодзеям у законе быць. Ну, а когда уже мне стало уже 18 лет, ну, тогда был суд, и на 10 лет всем директору семинарии, всем нам. И вось этапы. Москва, Красноярск, Иркутск. І незабывныя вочы матулі, поўныя слёз. І яго словы перад этапам: «Не плач, мама, я збягу адтуль, наіўнае дзіця». Іосіф трапіў у Азёр-Лах пад Тайшетам. Сабакі, вартавыя на вышках, бясконцыя рады калючага дроту. Але не гэта было страшна. Лагер і павінен быць такім. Страшна другое. Тут нямала бязвінных. Так пачыналася для юнака яго Байкала-Амурская магістраль. Да, я попал на БАМ, и это было счастье попасть на БАМ. Там сразу привезли, там 2500, и начали новый завод строить. Это для обслуживания БАМа. Вот, завод машиностроительный. Ну, новый завод. Я сначала в строительную бригаду копал там, старался на тачках. Спецыяльнасці Іосіфа Сушко тых гадоў – землякоп, пячнік, дыхаўшчык, токар. Па маладосці хапаўся за самую цяжкую тачку. Не давалі. Падхоплівалі іншае, утаймоўвалі, жартаўліва клікалі рэкардыстам. А ён, ён і на самай справе раптам стаў рэкардыстам. Такой чыстай разьбы дэталяў, як у маладога токара Сушко, не было ні ў кога. Весь сакрэт быў у маленькім кавалачку сала, якое прыслалі з дому. Ім Іосіф тую самую разьбу і змазваў. Майстар, убачыўшы такое, доўга мацюкаўся. На такое сказаў толькі беларус з яго дурной самахвярнасцю і здольнай. Вось тады ён атрымаў сваю першую ў жыцці ўзнагароду. Штаб спаборніцтва і ударніцтва цэнтральнага аўтарамонтнага завода ўзнагароджвае рэкардыста завода токара Сушко за высакаякасную працу, свядомую дысцыпліну і актыўную грамадскую работу. Вот, ну і граў. Уже баян там быў і на гармошачцы самае. Но не давалі мне, не давалі слишком работаць, гаварыць: «Падажджі, падажджі, ты маладой». Потом там был один наш начальник культпросвет самой части. Как раз он спросил меня, за что я там попал.
Ну, так мы ж земляки з Полоцька. Ну, он КГБіст був, капітан. Ну, і от он, можна сказати, опікав. Віртуозно володуючи баяном, Іосиф між тим не ведав ніводної ноти і не хотів учить. Просто не думав, що виживе. І он часто і тяжко хворив, бив страшенний кашель. Одночі на концерт його принесли на носилках. Ён страціў прытомнасць і адчуўся толькі праз суткі ў туберкулёзным корпусе. Падумаў, гэта канец. Але доктар, прастукаўшы яго, вынес вердыкт. Туберкулёзу няма. Іосіф захліпнуўся паветрам ад шчасця. Ён будзе жыць. І першае, што ён зрабіў пасля выпіскі, засеў за ноты. Потом, это я, що, знаєте, опікал до опікалної, і граць надо было заниматься очень много. Устроил мне в копчёлку. Я в копчёрке сидел, там заключённые приходят, берут свои вещи, там кто сало, кто то что, а я только сижу и целый с утра до вечера занимаюсь. Вот. Потом это были все вместе и блатные, и политические, а потом в 49-м году отделили политических отдельно. Ну, естественно, я был политический, вот, и остался на этой колонии. Вот, а начальству все осталось то. Вот. И они сделали, начали свозить артистов, знаменитых артистов, московских, солистов оперного театра, Большого театра, Николаева с оперетой. Вот. Ну и был это самое, баянист нужен, симфонический оркестр. Нужен баянист был. Но мне как-то сначала начальник, тот, который руководил ансамблем, что-то не доверял мне, что он знал, что я приехал, был малым. Неужели я уже так выучился за там за года два-три играть, что смогу в этом? Ну, потом была художественный руководитель Баклина, говорит, Иосиф, сегодня большое начальство будет в Байкало-Амурской магистрали, ты соло будешь играть. Ну вот, я, значит, взял шестой вальс Шопена, вот, и вышел на сцену, сыграл. Сыграл по всем правилам. Никто ничего, даже этот руководитель, он сам, самый тромбонист, музыкант, говорит, действительно, он слушает, молодец, берем его. Репертуар концертной бригады был разностайный. От кантаты об Сталине, о Сталине мудром, родном и любимом, кантаты слагает народ. До оперет, драматичных спектаклей, цирковых номеров, концертных программ выезжали по всей линии БАМа, по всему Гулаговскому архипелагу сибирского накерунку. У конце 49-го по лагеру пошли чутки, что арештовали Лидию Русланову и хутко привезут ее в культбригаду. Так и здарылось. Великая спевачка, русский соловей, так само была признанная ворогом народу. Вечером отбылся концерт, який Русланова глядела за кулисов. Коли ее запытали об уражении, яна сказала, такого судного концерта у Москве теперь не убачишь. И когда взяли уже лагерь-бригаду, там уже профессиональное все. Там уже и поездки, там уже по всему этому самому. И я, и Лидию Андреевну привезли под конец 49-го года туда. Ну, она так, знаете, так держалась она свободно, не падала духом. Так, ну, что она не враг, что я буду тут. Потом спросила, там мы беседовали на завтра, репетиции отменили, она рассказывала все, как жила, как было на приемах, как там в Кремле, все. Все же, знаете, ее мужа Крюкова тоже посадили. Это все делали, чтобы Жукову как-то, знаете, его опозорить, Жукову и посадить, так его друзей. Ну, она спросила, а кто ж мне будет аккомпанировать? Ну, я так молодой сидел. Да вот. А у меня от гармошки техника, такая мелкая техника, беглость хорошая, с детства.
А это ей нужно как раз под пение, знаете, а переборы. Я ей сыграл там на отдыхе. Ой, ну молодец. Молодец, хорошо. Ну и вот потом начали репетировать, может, месяц, так, два. Взяли еще одного баяниста, слухача. Ну, прекрасный баянист, Моргунов такой. Вот мы вдвоем нам, значит, репетировали с ним песни. А потом пошли концерты. Пошли концерты, все. Пела, все, весь репертуар мы пропели. Хоть такое время так немного было, но она училась, старалась, чтобы все песни это прошли. Потом, значит, знаете, для заключенных сколько хочешь, не аплодируйте, я буду вам петь. А вот когда эти начальнички, она как-то капризничала. И один раз был большой концерт на одном сельхозе там. И посъезжались со всего Советского Союза, это самые работники лагерей, посмотреть показательный совхоз. Полный зал этих золотых погон. Она вышла, одну песню спела, вторую. Ей аплодируют. Ну, валенки она спела, вышла еще. Но мы думаем, боже мой, тут же еще не кончится это дело. А нам говорит за сценой, не будем больше петь. Пусть надо было в Москве слушать нас, меня. И вы знаете что? Через неделю забрали, не простили все-таки вот этого ей. Потом думали, что на Колыму ее отправили. Вот, а потом узнали, там уже, вернее, я узнал, когда приехал домой, что ее отправили в Централ во Владимирске. Вот. Там было так, что в Централе ей хотел еще начальник, чтобы она спела, она сказала, птичка в клеточке не поет. Напевно, дивно казать про счастье у зняволенні, говорить Иосиф Фомич, але мне менавіта пощастило аккомпанировать Лидии Андреевне. И она научила меня слухать спевака, не выставлять себе, а сапраўды суправаджать песню. Но в 56-м году я поехал в Минск, там по делам уже, когда работал. Смотрю афиша. Лидия Андреевна выступает. Там я с другом говорю, слушай, говорю, Вася, надо сходить на концерт ходим. Но прежде чем сходить, тогда еще гостиниц не было, тогда была только Беларусь в 1954 году. Тогда еще самая лучшая эта гостиница. Ну, я поднялся на второй этаж, там люкс налево дверь. Спросил, где тут Лидия Андреевна. Она говорит, вот тут. Я постучал и не сказал, кто я, только Лидия Андреевна, это я. Ну, она открыла, ну, обняла. Потом время не было. Уже перед концертом, там час оставался, я говорю, слушай, Иосиф, ты придешь на концерт, приходи, тогда после поговорим с тобой. Ну, я пошел на концерт, в клубе Дзержинского было, как раз там близко. За сценой она говорит, ну, за сценой стой. Ну, напела песни, знаете. Мы не виделись тогда уже сколько? 5 лет. Ничего, голос она не потеряла. Больше драматизма, что было. Ну, кончился концерт, а ей тогда аккомпанировали знаменитое трио Рожков, Попков и Данилов. Ну, они сами соло играли, эта группа такая хорошая была. Сами играли. Потом, говорит, она после концерта, когда спела, уже привела их и говорит, знакомьтесь, это мой аккомпаниат. А неяк уже в часы Горбачева, коли про репрессии заговорили на полницу, у Младечна пришло письмо. На конверте было написано «Дом культуры» аккомпаниатору Руслановой Сушко. А в 52-м культбригаду раптом расформировали. Забаранили петь, репетировать. Змоук и баян. Иосиф высох, счарнел.
Рукі здавалося кричать без баяна. І зняволені знайшли вийсті. Одночі яни принісли йому тяжком подарунок. Замаробний баян. Баян незвичайний, зроблений з ніяких обрисків пластмаси, тканіни, скурів, деталі, гузиків. Знешні один к одному, але без голосу, каб не почули вартовники і не донесли начальнику лагера. Гэта быў царскі падарунак. Ураджаны Іосіф схаваў інструмент чуць не пад зямлёй, а калі барак засынаў, тайком ад варты бясконца трэніраваў пальцы на нямым інструменце і нават вывучваў цэлыя п'есы, чуючы ўсю чароўную музыку ўнутраным слыхам. «Ведаеце, — гаворыць Іосіф Фаміч, — я ніводнага разу не пашкадавала б тым, як абышоўся са мной лёс. Так адбывалася, што ўсё дрэннае раптам паварочвалася да мяне іншым бокам і станавілася крокам да шчасця ў сапраўдным сэнсе гэтага слова. Па-дзіцячаму наіўная, чыстая душа і добрыя вочы. Што дапамагала яму прайсці праз увесь гэты жах, надзея, любоў да музыцы? Перад вамі найкаштоўнейшы дакумент таго часу. Гэты шытак у падзёртым самаробным пераплёце зрабілі і падарылі Іосіфу зняволеныя. Ён быццам дыша святлом і цяплынёю дзясяткаў незнаёмых людзей, закінутых на край свету. Пажоўклыя лісты захавалі танюсенька разлінаваныя ад рукі нотныя станы да апошняй старонкі, запоўненыя ноткамі, ужо рукой самаго Юзіка. Бах, Чайковскі, Глінка, Моцарт, Паганіні, Рымскі-Корсакаў, яны праз стагоддзі працягнулі залатыя промні музыкі да хлапечай душы, каб не даць ёй загінуць на турэмных нарах. І быў 54-й, і такія да болю даўгачаканыя словы: «Ты поедешь домой». И развітанне с сакамерниками. Один из них, судимости у целом на 45 годов, подарил годинник. Другий – бастоновый костюм. Третий – полито. Счастливо страшенный час. Боялся Иосиф ехать до дому. Отвык от воли и навокал зусім другое, змянившееся житё. Не ведал, як сустрэнуть земляки, знаёмые, былые сябры, и самые родные и близкие. Справка. Дело по обвинению Сушко Иосифа Фомича 28 года рождения пересмотрено Верховным судом БССР от 30 ноября 1962 года. Приговор военного трибунала войск НКВД Молодечинской области от 30 ноября 1945 года в отношении Сушко Иосифа Фомича отменен, и дело прекращено за недоказанностью обвинения. Сушко Иосиф Фомич по данному делу полностью реабилитирован. Первый зампредседателя Кондратьев. Але гэты документ Иосиф Фомич убачыць только праз 37 год. Пасля 54-го года у Іосіфа Фаміча пачалося другое жыццё. Жыццё, напоўненае любімай справай, творчасцю, вялікай працай, самадданнасцю, а таму і вялікімі дасягненнямі і перамогамі. Пра ўсё гэта можна таксама многа і доўга расказваць. Але мы вырашылі абысціся толькі фактамі, якія красамоўна гавораць самі за сябе. 1956 год. Хор Зварапаева пад кіраўніцтвам Іосіфа Сушко займае першае месца на рэспубліканскім конкурсе хароў і атрымлівае грамату Верховнага Савета СССР. Калектыў высока ацэньваюць самі Рыгор Шырма і Геннадзь Цітовіч. 57-й год. Іосіф Сушко – дэлегат міжнароднага фестывалю моладзі і студэнтаў у Маскве, дзе ён выступае як саліст-баяніст. 58-й год. Адразу два яго калектыва – хор старэйшых класаў і піянерскі хор – становяцца пераможцамі рэспубліканскіх конкурсаў. Піянерскі хор узнагароджваецца прэміяй ленінскага камсамолу і адразу цэлым аркестрам інструментаў. 59-й год. Іосіф паступае адразу на другі курс Маладзечынскага музычнага вучылішча і сустракае ў Лебедзеўскай харавой капэлі, якой ён тады кіруе, сваю прыгажуню Марыю.
1960, знаменальный год. Тренавитого студента Молодечинского музычного училища Иосифа Сушко призначают керовником Молодечинского ансамбля песни и танца «Спадщина». Починается новый этап его життя у мастацтве. В 1962 год усесоюзное признание после выступления на ВДНХ СССР. 1963 год коллективу присвоено гоноровое звание «Народный». 1967 первая загранкомандировка ГДР. 1970 год ансамбль становится лауреатом премии Ленинского комсомола Беларуси. 1972 серебряный медаль ВДНХ СССР, а потом перемоги на международных фестивалях народной творчести. Ансамбль «Спадщина» – лауреат фестиваля у Болгарии 1974 год, Венгрии 1982 год, Литве 1986 год, Польши 1998 год, Италии 1996 и 2001. Ён едет с гастролями у ФРГ у 90-м и 92-м годе, у Польшу у 98-м годе. Коллектив неодноразово представлял культуру республики у Москве, Киеве, Калининграде. 7 разов з'являлся удельником Дзён культуры республики на ВДНХ СССР. 6 разов выступал у Зорном городку по запрошению космонавтов, а так само на сцене Кремлёвского палаца з'ездов. У 1975 годе ансамбль был удельником Дзён литературы и мастацтва Белорусской ССР, у Литовской ССР и Украинской ССР. Спадщина – лауреат шматликих республиканских конкурсов и фестивалей. У 2000 годе президент Республики Беларусь Александр Григорович Лукашенко дослал персональное веншаванне коллективу «Спадщина» у сувязи со святкаванием 55-годзе перамоги над немецко-фашистской Германией. У 2003 годе вышел авторский сборник Иосифа Сушко и компакт-диск под назвой «Спявай, мое сердце, спявай». У 2004 годе коллективу за творчее досягнение, высокое выканальницкое майстерство, активную концертно-гастрольную деятельность, уклад у развитие и популяризацию национального мастацтва присвоено гоноровое звание «Заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь». Засновальнику, неизменному керовнику заслуженного аматорского коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца «Спадщина», композитору, аранжировщику и дирижеру Иосифу Фомичу Сушко у 1977 году присвоено звание заслуженного работника культуры Республики Беларусь. У 1994 он удостоивается звания гонорового громадянина города Молодечна. Иосиф Фомич узнагароджаны шматлікімі ганаровымі граматамі, у тым ліку Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Міністэрства культуры СССР, Вярхоўнага Савета БССР і СССР, сярэбраным медалём ВДНГ СССР, залатым медалём міжнароднага фестывалю ў Балгарыі, медалямі за доблесную працу і за працоўныя заслугі. Першым з маладзечанцаў у 1998 годзе Іосіф Сушко стаў лаўрэатам спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. Гаражане ў горадзе, да, вот мало знают фольклор, вот наш ансамбль, потому что вот когда приходит освобождение, ну, освобождают с работы через райисполком, и вот на работе спрашивают, как, что такое, вот как освобождают, там какие, ну вот как, что. И, короче, ну, когда начнешь рассказывать, что там-то были, так ансамбль основывался, вот руководитель Иосиф Фомич Сушко, они, ну, не доходят, как это вот ты 3 раза в неделю ходишь, вот как говорят, хай снег, хай дождь, хай бездорожье, не пойти в ансамбль нам, ну как же это можно? Понимаете, вот поэтому нас всех вот объединяет благодаря нашему руководителю бессмертному, который 45 лет руководит бессмертным ансамблем. Это представить можно. И вот так работаем, живем. Была на концерте не один раз, был отчетный концерт, какой-то юбилейный концерт. Сидела, мне так хотелось петь, я думаю, как это сюда прийти?
Ну, спасибо коллеге, которые работают на школе. Я говорю, Глеб, поговори, Сушко, приходи. И тут Булат нужен в ансамбль. Вы знаете что, вот просто так и не попадешь. Это надо на какой-то сцене себя показать, потому что все, вот весь коллектив, это индивидуальность. У каждого свой голос, свой тембр и своя сила звука. Вот половина здесь солирует. Вы поверите? Вот. Ну, мне пока еще не поручают. Не доверяют, не доверяют, так скажем. Ну, ансамбль — это, ну, семья, можно сказать, если так. Это все люди, которые с тобой общаются, причем это общение ежедневное, то по телефону, то где-то встретиться, и все разговор только о музыке, только об ансамбле, и чтобы человек приходил. Ну, линия, ну, такая у нас работа, чтобы человека все время держать во внимании. Действительно, в сентябре будет 30 лет, как я пришла в ансамбль. Пришла, сначала прослушала меня. Фомичка говорит, вы знаете, вам нужно обязательно поступать в музыкальное училище. Я говорю, Иосиф Фомич, а вы знаете, сколько мне лет? А сколько? Я говорю, 28. Он, стара. Тогда не надо, ходи в ансамбль. Вот с тех пор я в ансамбле. И вы знаете, в принципе, очень счастлива, что попала в этот коллектив. Вы же, наверное, знаете, что Иосиф Фомич у нас заслуженный деятель культуры. Вот вы знаете, я считаю, что если бы давали звание заслуженные, чисто за какие-то черты характера, то ему давным-давно бы его присвоили. И прежде всего за его доброту, за его обаяние, за его выносливость, терпение к нам бестолковым. И он бы заслужил все это еще раньше, чем ему дали. А он и отримал, а проча всего іншого, головное в житті кожного человека узнагороду. Это его чудовная семья. Яго жонка Марія Михайловна, якая амаль ужо паўвека і адданая паплечніца Іосіфа Фаміча, і верная сяброўка, і натхнёная муза. Калі яна вяла канцэрты спадчыны, толькі стоіла ёй з'явіцца на сцэне статнай, прыгожай, зала ўжо пачынала аплодзіраваць. Да таго ж, Марія Михайловна – цудоўная матуля, якая разам з Іосіфам Фамічом выхавала таленавітых сыноў Геннадзя і Дмітрыя. А зараз бабулька з дзядулей дапамагаюць гадаваць унукаў. Іх у цудоўнай пары ўжо чацвёра. Здароўя вам, шаноўныя Марыя Михайловна і Іосіф Фаміч, вашым сынам, унукам, усёй вашай сям'і, шчасця і дабрабыту. Перед людьми один раз, как будто всегда. А мне кажется, лучше бабочку от Иосифа Фомича. Так, давайте, как мы всегда, концерт начинаем. Прославляем свою спадщину и Беларусь. Доброе?